Накануне Нового года в Бугуир прошел совет университета. На нем обсудили достижения уходящего 2022. Совет носит праздничный характер, потому что и ректор поздравляет всех членов совета и вручается сувенирная продукция от ректората членам совета. Будущее принадлежит тому, кто к нему готов, поэтому и на совете обсудили планы на 2023, например, стажировку преподавателей за рубеж. Стажировки дают преподавателям повышение их компетенций как преподавателей. Они в процессе этих стажировок приобретают новые знания. В любую страну мира, куда хочет ехать преподаватель, и заключены совместные договора с БГУИРом, преподаватель может поехать. Ограничений нету. Нынешний совет отошел от привычного формата. Настроение праздника внес ректор Вадим Богуш. Позвольте вас поздравить с наступающим 23-м годом, с наступающим Рождеством Христовым. Для тех, кто его еще не отметил 25 числа. И пожелать прежде всего здоровья, добра и мира в следующем году. А задачи нам придется решать очень непростые, поэтому нам все это очень-очень понадобится. Здоровья, мира, добра и слаженной работы всему коллективу. Подобные встречи проводятся в Бугуир каждый месяц, но нынешний совет особенный. Он стал хорошим поводом пожелать друг другу лишь хорошего в новом году. В новом 23-м году, конечно же, хочется пожелать всем крепкого здоровья, мира над головой, а для университета это новых абитуриентов, повыше среднего балла, чтобы у всех он был высокий, и мы оставались на том же уровне и даже чуточку выше. Всегда хочется быть лучше. Коллегам хотелось бы пожелать в преддверии Нового года это здоровья, счастья и стабильности как в профессиональном плане, так и в личной жизни. Лариса Лашкевич, Максим Максак, молодежное телевидение «Бугуир».